Гостевые зоны курортной столицы под пристальным вниманием главы курорта. Скверы, парки, дороги, подземные переходы – словом, все объекты городской среды должны быть в идеальном виде. Остается совсем немного времени, когда Сочи будет встречать гостей, которые прибудут на матчи Кубка Конфедерации. Замечания к внешнему облику курорта у мэра есть, несмотря на то, что работы по приведению города в надлежащий вид в эти дни ведутся непрерывно. Тротуары надо выдраить, это точно. Значит, бордюры надо, конечно, либо подкрасить, либо отмыть. Вот. Ну и по дорогам вот этим красным полосам или полосам скольжения. Вот, надо тоже что-то придумать. Немало замечаний у главы города к содержанию территорий торговых и строительных баз, которые попадают в гостевые зоны. Здесь должно быть чисто, говорит мэр. Недоволен градоначальник и состоянием строящихся объектов, расположенных вдоль федеральной трассы, а также в поселке Мирном. Остановки, торговые объекты, прилегающие участки должны также быть в идеальном состоянии. Мы должны понимать только одно. К нам едут в гости весь мир на футбол. Но приехав на футбол, они обязательно будут интересоваться и городской средой. И, конечно, если мы будем некрасивы, неухожены, то о нас будут думать по всей России именно так. Поэтому мы просто не имеем права по-другому. Нам предстоит большой труд. Тяжелый труд, но за эти 10 дней мы должны все привести в порядок. Запланировано и проведение субботника. Задача для горожан – навести порядок во дворах. Инспектировать же территории районов, прибрежную часть на предмет готовности ко встрече гостей глава курорта планирует ежедневно. После 15 числа – контрольная проверка. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.